А перед началом нового видео хочу порекомендовать крутую группу ВКонтакте «Игры на мобилках». Там вы можете выкладывать свои скриншоты из игры, а если их нет или вы не хотите, то можете просто листать ленту и наслаждаться крутыми скриншотами из разных игр. Есть просто куча разных игр на Android, iOS, и вот эти все скриншоты здесь выкладываются игроками. Также есть скриншоты с крутым монтажом, здесь проводятся интересные конкурсы с крутыми призами. Так что ссылка будет в описании. Я на эту группу уже очень давно подписан и всегда люблю здесь позалипать. Так что ссылка будет в описании, а я перехожу к новому видео. Всем привет, и это новое видео по Motor Depot. И сегодня будет необычная серия, а вернее краш-тест всех легковых авто. Будем мы тестировать машины в городе Серпов. Поедем вот по этому маршруту. До самого конца будем развивать максимальную скорость у авто и врезаться в ограждение и смотреть, что будет происходить с машиной. Конечно, реалистичные аварии я не обещаю, потому что это не Bimage Drive, а Motor Depot. Итак, первая машина у нас — это УАЗ Буханка. Что ж, поехали. Буду вот такой вид ставить. Так, поехали, здесь дорога прямая, нам ничего не должно мешать, разве что трафик. Но его, если что, будем объезжать. Как вы помните, на спидометре показывает 180 км в час, но машина здесь не доходит до такой скорости. Так что докуда стрелка дойдет, до туда и дойдет. Скорость уже большая, почти 110 км в час. Так вот, самое волнующее место — это перекресток, потому что там может выехать какая-нибудь машина и произойдет авария. Так, едем. Все, перескакиваем. Сейчас еще один перекресток, и больше машин не должно быть. Так, если будут давать штраф, не обращайте внимания. Так, мы смотрим. Вот так вот с буханкой произошло. Вот она помялась и куда-то покатилась в яму. Вот такая вот деформация. Так, давайте выйдем, посмотрим, что с ней произошло. Вот так вот ее помяло. Вот. Так, давайте садимся. Я буду вырезать тот момент, когда я буду ехать уже на новой машине до туда. Мы будем встречаться уже там. Следующая машина — это УАЗ, но не буханка, а уже на типа Хантера. Так, давайте поехали. Вот едет, кстати, машина из трафика, но она нам не мешается. Если эта серия вам зайдет, она вам понравится, то я буду снимать продолжение. Там я уже буду тестировать, краш-тестить, вернее, автобусы и грузовики. Ну, отдельно вот КамАЗы, Уралы и самосвалы. Вот как они сейчас в гараже разделены, так и буду тестировать. Так, УАЗик уже разогнался до 120. Он резвее того. Так, это его максималки. Так, все, едем. Летим, вернее. Так вот, здесь только камера поворачивается, сейчас нужно будет перевернуть. Вот так вот, он даже штраф не дали за то, что врезались. Его кенгурятник спас. Вот стоит спереди, но все же он помялся, деформация есть, нужно будет его чинить. Так, это был УАЗ Хантер, и перехожу к следующей машине. Следующий автомобиль — это Иж, такой вот пирожок. Он, наверное, будет резвее УАЗика, но вряд ли. Не знаю, сейчас все увидим. Так, пошел разгон. На точку впереди не обращайте внимания. Но я думаю, он порезвее УАЗа Хантера. Вот уже, можно сказать, 120. Даже примерно как-то так же. Все, он едет на максималках.
дальше 120, никакая здесь машина не едет. Перелетаем перекресток. Так, как он из стороны в сторону ходит. И сейчас увидим, что будет с ижонком. Ух ты, ничего себе. Так, ну ладно. Сейчас я его верну, посмотрим, что с ним произошло. Вот что с ним произошло. Вот так вот его вмяло почти до середины капотом. Вот такой теперь иж. Он пока что пострадал больше всех. Так, ну а я поехал за следующей тачкой. Так, следующий автомобиль — это у нас иж. Вернее, не иж, а москвич. Вот такой. Так, все, поехали сразу же. Это у нас такая первая легковая машина. Там все были буханки, внедорожники. Больше такие грузовые. Так, он уже почти разогнался до 120. На бордюре немножко заехали. Так, это самый быстрый автомобиль пока что у нас. Ого, он даже до 130 смог разогнаться. Скоро 140, надеюсь, он какие же не улетит куда-нибудь. 140 км в час — это пока что наш победитель по скорости. А проигрывает пока что иж. Он пострадал больше всего. Так. Давайте поворачиваем камеру. Так, и вот так вот он летает вверх куда-то. Но, как ни странно, с ним ничего не произошло. Так, сейчас еще раз попробую. Так, москвичу тоже плохо. Вот как его вмяло. Такой вот злой теперь стал. Так, давайте теперь я поехал снова за следующей машиной. Следующий автомобиль — это у нас копейка. Она на моем канале много раз светилась уже. Так что она вам уже знакома. Кстати, я тут подумал, наверное, видео разобью на две, а может даже и на три части, потому что уже много времени получается. Если все легковые машины буду тестировать, то получится очень длинное видео. Так, едет газик. Если это видео наберет так много просмотров и лайков 25 или 30, давайте наберем хотя бы 25 лайков, и выходит вторая часть, потому что, согласитесь, получится очень долго, если я все машины буду тестировать. Тем временем копейка разогналась почти до 140 км в час. Москвич пока что самая резвая машинка. Так, и вот что с ним произошло. Так, он меньше всех потранился, на такой скорости влетел. И с ним, можно сказать, почти все в порядке. Даже бампер почти не погнулся. Так, сейчас будет следующая машина. Следующая машина — это у нас Жигули. Сейчас посчитал машину всего 19. 5 я уже протестировал, вот это уже 6. Еще 2 машины протестирую, ну, может, еще 3. И первая часть закончится. Решил поделить видео не на 3, а на 2 части. Вот на 2 части оно будет разделено. Сейчас снимаю еще эту и 2-3 машины. И на этом все, потому что уже и так много времени не бежало. Так, уже почти 140. Ну, рекорд москвича еще никто не побил. Я от него такого не ожидал. Вот это же были новее москвича. А, еще только сейчас разогналась до 140 км в час. Так, там у нас иже ехал. Так. И сейчас увидим результат. Ого, ничего себе, вот это уже интереснее, до середины капота промяло. Так, пока что Жигули проигрывает на 140 км в час. И весь перед расстаранием вот таким треугольником. Так, и следующий автомобиль. Так, следующий автомобиль — это у нас тоже Жигули, шестерка уже.
Так, тут у нас москвич едет. Мы его объедем. Времени уже, кстати, 17:30. Уже заходит солнце. Сейчас тестирую эту машину. И еще одну, и на этом буду заканчивать. Кстати, кто подписан на меня почти что с самого начала моего канала, у меня была одна серия, уже тестировал по этому же маршруту, только копейку. Так, как-то быстрости много. Давай скорее едем. Уже 140 км в час. Отлично, она быстрее предыдущей машины. Так, через дороги не съехал. И она тоже почти что не потаранилась. Такая вот усатая шестерка. Она тоже мало потаранилась. И последний автомобиль на сегодня. Следующий автомобиль — это у нас семерка. Такая вот Жигули красная. Это пока что самый новый автомобиль в этой серии. Кстати, произошел мотор-депот. Чтобы день настал. А то ночь как-то не очень снимать. Итак, она уже, можно сказать, на 120 км в час едет. Так, ну она очень быстрая, кстати. Так, все, 140 км в час. Это уже куда интереснее. Ну, жалко, не 180. Ну, хотя, может, и лучше, потому что она опять бы под текстуру ушла. Так, мы очень быстро. Даже больше 140 уже. Так, и смотрим, что сейчас получится. Так, ну, она тоже как-то потаранилась. Неинтересно. Куда-то туда вообще текстура ушла. Так, ну, и на сегодня это последний автомобиль. Давайте видео набирает 25 лайков и много просмотров. И выходит вторая часть, где я протестирую все остальные машины. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал, не забывай про колокольчик. И всем пока!